Очередной матч высшего дивизиона группы А между командами ДГТУ Ростов-на-Дону и СГУС Смоленск. Олег Лапишко, главный арбитр этого матча. Ему помогают Ислам Газиев и Андрей Пичугин. ДГТУ первые, Смоленск вторые. Танки экрана. И здесь на арене сегодня матч. Штрафной. ДГТУ подает. Снова Комов, по-моему, это был. Ох, как закрутил. Трудно обыграться здесь Киндюхину. Ну а вот здесь получится контратака. Горновский входит в штрафную. Удар по воротам. Соколов молодец. Фишка. Нет, не стал ждать. Все. Мираб Горновский, номер 88. Главный тренер Игорь Ханкеев. Продолжается атака Смоленска. И вот здесь вот нарушение правил. И где было нарушение правил? Неплохой шанс сейчас для Смоленска. Удар по воротам и 1-0. 1-0. Никита Панкевич открывает счет на 47-й минуте. А не было ли там рикошета? Выговаривает что-то своим подопечным. Видимо, надо действовать активнее и острее. Вот здесь вот очень неплохо Корнилов. Входит в штрафную. Прострел вдоль ворот. 2-0. Блестящая комбинация получилась сейчас. Коновалова поздравляют все. Даниил Коновалов отличился. Кстати, тоже красиво получилось-то. Давайте посмотрим. Удар по воротам! Опять же, это... Ладно, забудем об этом. Хорошая атака! Да, не получилось сегодня у ДГТУ все-таки отыграться и даже гол забить.